Теперь приобщиться к культуре можно прямо в подъезде. В одном из качканарских домов появилась своя библиотека. Автор идеи пока единственный работник этого заведения – пенсионерка Тамара Белова. Женщина рассказывает, всего лишь хотела спасти старые книги. Откровенно говоря, это не моя идея. Я просто услышала по радио или по телевизору. И тот сосед как раз вот сама сидим на скамейке летом, и он говорит, пошел на помойку, и там столько книг лежало. У меня просто заболело. Ну почему книги можно на помойку выбросить? Святое святых. Тамара Белова решила дать им вторую жизнь. Тут литература на любой вкус. И классика, и биографии известных людей. Есть и городские газеты. Теперь все издания просто на расхват, говорит пенсионерка. Много классики. Пушкин, Лермонтов, это все позабирали. Оборудование у подъездной библиотеки спартанское. Тумбочка, которую соседка хотела выкинуть на помойку, стала стеллажом. Плакаты и календари принесли знакомые и друзья. А на днях сосед пообещал сделать подвесную полку, чтобы читателям было удобнее брать книги. Но, правда, не все пользуются услугами библиотеки. Многие просто проходят мимо. Говорят, читать некогда. Вам нравится библиотека наша внизу? Нравится. А вы берете там книжки какие-нибудь? Берете? Очень хорошо, очень прекрасно, только вот некуда заниматься. А так хорошо, лишь бы только не хулиганили. Тем не менее, число читателей с каждым днем растет, говорит Тамара Белова. Уже приходят книголюбы из соседних домов. Идею мини-библиотеки оценили и в местной администрации. Правда, инициативу поддержали только на словах. Безусловно, это большой плюс для тех, кто любит читать, для тех, кто начинает читать, для тех, кто продолжает читать. Поэтому только приветствует отдел по культуре это начинание. Но Тамаре Беловой никаких средств от властей не нужно. Сейчас она хочет только одного, чтобы горожане никогда не выбрасывали книги, а приносили ей старые издания. Александра Поддубная, Дмитрий Травкин, НТР-ТВ.